Осторожно, двери открываются, потому что в эфире снова программа «Остановка не Британия». И с вами снова Тимур, Артур и я, конечно же, Артур. Каждое воскресенье ты два раза повторяешь слово «Артур». Это уже традиция. Ты знаешь, мне, лично мне очень приятно, что ты каждое воскресенье повторяешь «Артур», потому что многие уже хотят меня здесь заменить. Мне кажется, было бы намного выгоднее, если бы на моем месте сидел бы ты. Представь, каждый выпуск ты мог загадывать желание. И на самом деле, если бы он загадывал бы желание на твоем месте, то нас бы здесь точно не было. Уже не было. Рядом с ним сидели бы там Памела Андерсон и Дженнифер. И Ургант. Это твое желание. Давай перейдем к новостям. Давайте. Первая новость, как всегда, из далекого прекрасной, из далекой прекрасной страны. На этот раз это Китайская Народная Республика. Как всегда, традиция наша, китайские новости. Нет, у нас была Индия, теперь Китай. Охота на фазана стоила китайцу автомобиля. Житель китайской провинции Цзяньцзю купил новый автомобиль. Уже название как провинции. Еще раз. Цзяньцзю. А, запомни. Все-таки провинция. Да, уже отталкивает на разные мысли, это, но ладно. Я думаю, это кто-то чихнул. А, у нас так одноклассника называли. Житель китайской провинции Цзяньцзю купил... Сразу как-то представляешь себе вот Цзяньцзю. Это полная Цзяньцзя, пока ты прочитаешь. Я просто как он дзяньдевал там. Так. Давайте. Мне просто интересно, вот жители этой провинции, как себя называют? Дзяньцзи. Китайцы? Есть какая-то своеобразная логика. Представь, вот Дзяньцзю в иероглифах, как выглядит название. Иероглифах? Мэр. Как выглядит иероглифах? Представь, как выглядит мэр Дзяньцзю. Ты визуально больше всех похож на китайца, поэтому как выглядит иероглиф Дзяньцзю? Сейчас описать тебе очень плохо. Так же, как и сама провинция. Давай к новости. Эх, пока вы перестали меня перебивать. Житель китайской провинции Цзяньцзю купил новый автомобиль, но не успел насладиться им, как врезался в дорожное ограждение. Причина аварии была весьма странная. Мужчина хотел сбить на своем автомобиле фазана и взять его домой. Мне кажется, это китайское просто развлечение. Просто в Китае ходят бессмертные фазаны, их можно сбивать, брать домой, еще выращивать. А может, он подумал, что он в Sony PlayStation играет, сбей фазана игру, едет по дороге, там и сбивает фазанов. GTF, да. Скорее всего, фазан бы выжил. Мне кажется, у китайских фазанов тоже есть развлечение сбивать китайцев. И вот представь этот момент, когда машина летит, и фазан напротив, они навстречу друг другу. И он вот так на машину идет. Причем ты показал китайца, да? Да, это был китаец. Это работа двигателя сейчас будет. Китайского автомобиля. Автопром Китай. Это нормальная передача, надо это, мат. Это в переводе на русский «Хунцин-хунц» тоже, да? Слушайте, самое интересное. Когда на место аварии прибыли полицейские, мужчина рассказал им, что его ослепило солнце, в результате чего он не справился с управлением и резко свернул в сторону. Но выживший фазан рассказал совсем другое. Закинули. Не, я представил, знаешь, еще какой момент? Едет машина, и вот крадущийся тигр, затаившийся фазан. Смотрели фильм? И он так начинает так летать по деревьям, так потихоньку. Они друг за друга. Там машина... как он летает? Покажу тебе этого особо хорошо. Сегодня тщательно изобразил фазана. Я просто очень долго был... в психдиспансере. Мы понятно. Давай теперь... Я провел выходные в ГИТИСе. О! Да, там никого не было, пустое здание. Но подожди, с каких пор ты начал врать? С детства. Фазан же фиолетового цвета, я не мама знаю. Мама Артура Кинчишава. С детства вам бред. Вот это да, вот это вот зря сейчас. Большой привет. Друзья, на самом деле наш разговор переходит в хаос.
И разлетаются фазановые перья вокруг нас. Потому что или само слово фазан на нас так действует, или реально китайские новости у них какой-то... Фазан свой... — это китайский грузовик, вот такое название. Фазан. Нет ощущения фирмы? Как вариант. На белом посаженном фазане подъехал. Представь, вот скоро появится фазан автомобиль, и мы будем говорить белые посаженные фазаны. Друзья. Знаешь, кто ездит на фазанах? Лихач. Лихач? Да, это китаец, который очень долго прожил на Кавказе, его так называют. Лихач. Лихач. Младший брат Брюс Ли, да? Да, да. Хач Ли. Друзья, мы все больше и больше привлекаем к себе внимание спецслужб. Или каких-то... Ты про ЖКХ сейчас? Он про китайские спецслужбы. Не, я вообще имел в виду, чтобы в дальнейшем на нас внимания не обращали, я предлагаю как-то нашу компанию разбавить очередным хорошим, добрым, веселым гостем. Я думаю, и веселым, я повторю три раза. Веселым, веселым, веселым гостем. Ты сдержал свое обещание. Да, я как бы... Бог любит троицу. Я все-таки, хоть кто-то здесь должен отвечать за экономику. Это мега хороший, добрый, веселый человек. Веселый-веселый. Это наш добрый друг. Он никогда не спит. Да, он никогда не спит. И это вот последнее все время доказывается. Это на телеканале ТНТ. А это Арсен Кушков. И давайте его поприветствуем. У нас в гостях Арсен Кушков, друзья! Браво! Почему ты табличку сделал, кукуруза, чучхела, вино и начал на биатлонной трассе продавать? Ты вчера сам свои вещи на чем гладил? На чем? На гладильной доске. На сноуборде! На сноуборде! Рад, что твое скучное лицо за камерой теперь озарилось. Друзья, давайте начнем с того, что я хочу похвалить Арсена. Во-первых, это первый... А это твоя традиция. Да, это уже по традиции. Потому что нужно... Нелепыми какими-то фразами, нелепых гостей. Нелепыми фразами. Арсен Бубалев. Так, что нелепыми. Нет, я хотел вообще похвалить, потому что Арсен первый участник из Карачаева-Черкесии. Человек, в первую очередь, который поехал на Comedy Battle. И тут мы должны аплодировать. Конечно же, это достойно аплодисментов. Более того, это первый участник, который еще и там успешно выступал. Да, это тоже очень важно. Да. И потом Арсен как бы не бросил это дело, да, и перестал спать на телеканале ТНТ. На том же телеканале. Участник проекта «Не спать». Да, тоже юмористический проект. А когда ты не спишь на телеканале ТНТ, это за это... Ну, по крайней мере, выгоднее не спать на ТНТ, чем на канале «Культура». На канале «Культура», в принципе. Пока Тимур из кармана достает кастет для Артура за его шутку, давай, я думаю, обсудим первую новость нашу. С удовольствием. И я предлагаю тебе прочитать ее самому. В США арестован ангел-хранитель. Вот такая новость, да? Согласно полиции, когда жительница города, имя которой не было афишировано, проснулась, она увидела 22-летнего Джейкоба, стоящего в дверном проходе в ее спальню. На мужчине были надеты женский купальник и фиолетовый халат. Просто я бы уточнил, если там точно был халат или фиолетовая рубашка, потому что мне страшно с ним рядом сидеть становится. Почему? Мой маленький Джейк. Мой маленький Джейк. На твоем месте я бы положил бы под свою подушку газовый баллончик. Я как бы так и сплю с 7 лет. Слушай, а почему? Что? Просто человек. Просыпается утром человек. И видит перед собой другого человека. Который в купальнике фиолетовом. В его купальнике. В халате, причем фиолетовом. Мне кажется, знаете как? Ну, то, что его зовут Джейкоб, как-то это должно нас пугать, что этой женщине что реально грозила опасность. Я думаю, что один факт, что он в женском купальнике, уже должен пугать. А затем же и фиолетовый халат. Нет, он в халате и в купальнике. Раз было видно купальник, значит, что он его приоткрыто вот так. Может, это, знаете, это Эйвен, знаешь, отчаялся, и вот сейчас у них вот так, знаете, просыпается в фиолетовом купальнике в каком-то плаще, чувак, говорит, я твой ангел-хранитель.
возьми каталог. Да, вот тебе пробнички. Да-да, поверь мне, я знаю. Нет, это просто, знаете, это эксгибиционист-домушник, который открывает дверь, ты просыпаешься. Если вдруг, спалили, делай вид, что ты дурак. Нет, и ангел-хранитель, и пытается улететь просто. Пытается улететь, да. Вот это предложение мне вообще нравится. Женщина подумала, что незнакомец мог быть маньяком. Больше всего она переживала за жизнь своего маленького ребенка. Она гадать начала, так, сантехник, нет. Да, маньяк, он не в купальнике. Нет, мэр города, нет, он вчера был. То был зеленый купальник, что-то не так. Давайте эту новость завершим тем, что у женщин наконец-то появилась личная жизнь. Жизнь и счастье. У нее появился ангел-хранитель. Да? Нет, она до этого была немой, а тут увидела, заговорила, вызвала полицию. Заберите человека. Чем первый ее? Который может быть маньяк. Приехала, может быть, полиция, может быть, маньяк. Через может разговаривает человек. Покупаем тебе шампунь, бальзам ополаскиватель, кондиционер для волос, утюжок для вытягивания и фен. А? Зачем мне все это? Слушай, волосы подумают, о, смотри, для нас все делают неудобно как-то, давай тоже уважение проявим. У нас есть одна небольшая такая вот рубрика, но она всегда постоянная. Пока названия у нее нет. Вот у нас уже N-ный выпуск, но названия у нее нет. Уже кто-то что-нибудь придумаешь. Кто-то называет его ЕГЭ. То есть мы будем задавать быстро короткие вопросы и быстро на них надо отвечать. Ты ничего отвечать. Не решаешь, 100% балл тебе обеспечен. Да. Да. Что хорошее название ЕГЭ. Кто-то называет его ЕГЭ. Ты отвечаешь на вопросы как хочешь и по-любому правильно. Да. А в принципе как ЕГЭ в России. Нет. Отвечаешь на вопрос по-любому правильно, но все равно ты в институт не проходишь. Это не его лично. Что, такая обида у человека затылась? Он 7 лет ждал вот этого. Мы за конкурс придумал. Он себя аж ЕГЭ назвал, когда это произносил. А вот не проходишь, да? Ничего. Потому что фиолетовый халат на тебе. Одумайся. Одумайся, на какой путь ты встал. Ты можешь быть маньяком. Не, в данный момент я думаю, над кем проснуться следующим утром. У тебя та женщина экзамен просто принял. Он может быть маньяком, давайте его не возьмем. Но он же правильно отвечал. Не, он все-таки фиолетовый. Все-таки фиолетовый цвет. Да и купальник. Кто знает, может там купальник. Я уж думаю, когда купальник оденешь, поставлю тебе отлично. Ну, все-таки я ошибаюсь. Все-таки полицию вызову. Не, на самом деле, вот эта рубрика пока еще не имеет названия, мы очень надеемся, что хотя бы ты ее придумаешь. Это как посвящение, да, вот. Угу. Посвящение в небританцы. Есть такая национальность. Да, а уже есть такая национальность. По крайней мере, их трое. У нас уже, да уже нет, не трое. Сколько у нас было? Человек шесть. Посвящен. Я думал, ты скажешь, всех посадили. Нас было трое. Всех посадили. На другом телеканале показывают такие передачи. Да, ну на этом же канале тоже показывают, но чуть попозже. И будешь хорошо отвечать, получится хорок. Ну вот страшно когда. Получится. Один и второй. Мне понравилась фраза. Тот, кому ты говоришь, он давал сахарок в прошлом. Слушай, мне очень страшно здесь сидеть, я перестал есть сахар. Мне понравилось его выражение. О, горячий стул, мой любимый. Это народное черкесское блюдо. Дед чипсы и горячий стул. А почему ты ездишь на машине без подогрева сидений? Это уже начали мы, да, играть? Или ты опять из своего наболевшего что-то узнаешь? Ну, видишь, как все взаимосвязано. Это он запутывает тебя. Так. Не сданный ЕГЭ. Не сданный ЕГЭ? Не сданный ЕГЭ. Вот оно. Не сданный. Вот оно, здание не сданное. Так вот оно, значит. Строители. Короче, начнем. Арсен, пока весь этот сыр-бор не превратился в что-то иное, давай начнем. Давай. Ты готов? Нет, сейчас, давай. Ты готов? Да. Вот сейчас вот прям. У нас с тобой всего минута. Поехали. И время пошло. Кто съел кука? Игорь. Расшифруй слово архисимметризм. Га-га-га. Га-га-га, правильно. Продолжи пословицу, когда я ем? Я не голоден потом. Из чего сделана Лада Гранта? Из дерь. Дерь. Где училась Пэрис Хилтон? В
в Ладе Гранте, видимо. Лучшее средство от комаров. Не жить на Урале. Почему Фредди Крюгер страшный? Потому что он не пользовался косметикой Avon. Косметика Avon 8900. Как называют фанатов Дом 2? Игорь Корнелюк. Кто забрал метлу Гарри Поттера? Валуев. Где встретились Пугачёва и Галкин? В сиреневом пальто. Номер 17. Как отучить детей от компьютера? Надо отрубить им... Надо отрубить им желание играть. Компьютер, наверное. Где лекарство от глупости? У меня нет. Как Буратино уменьшал обратно свой нос? Лесопилкой. Любимая фраза Стивена Сигала. Эй, камон, бэби. Почему Кинг-Конг бил себя в грудь? А у него руки не доставали в другое место. Что ты ешь по пятницам? Все. Где находится Шамбала? В Архангельской области, 44 градуса северной широты. Молодец. Ты, молодец, Игорь. Вот ты единственный. Даже тебе привычно, да? Где? Откуда вы? Вот ты единственный, который на все вопросы отвечал правильно. Правильно? Не, на самом деле, я тебя поздравляю, ты действительно сдал свой... Ты повторил мою судьбу. Да, ты посвящен мне. Почему? Он посвящен мне британцы, короче, он это, наверное, хотел сказать. Нет, я не это хотел сказать. Когда будем резать курицу и чертить пентаграмму? Мы не будем давать сахар. А парень не врал. Но в качестве поощрения мы вот сюда положим, потом заберем. Зарплата пришла. Пришла, откуда ее не ждали. Человек, работающий за сахар. Если воду дать, он еще и спеть может. Горящий вопрос отработал. Так еще. Послушный медведь в цирке умер от сахарного диабета. Спасибо, что ты к нам пришел, Арсен. Приятно тебя видеть дома. А немногие знают, что это его дом. Сейчас мы уйдем, он здесь спокойно ляжет спать. Да, давайте, что еще сделать? Чай не будем, попозже. Мам, они так не уйдут, не предлагаем чай. Я тебя умоляю. Кстати, горячую воду отключились. Не, я хотел сказать тебе то, что... Вообще, я хотел с тобой пообщаться о тебе. Как бы... Все это вот очень весело и опасно. Все опасно. Все как-то сладко. На самом деле я хотел пообщаться о тебе. О тебе? Вот и сахара. Где ваша свечка? Так, и свечку, да, так включи. Давай пообщаемся. Итак, с удовольствием. Нам на самом деле... Кроша рафинат тебе на стол, так. Я хотел с тобой пообщаться. Дорожка. И тебе на колени. Дорожка рафината? Дорожка рафината. Это группа такая, знаешь, модная будет сейчас. Дорожка рафината. Они будут петь про незабытое. Это конкуренты группе «Поющие трусы». «Поющие трусы», да. Они, кстати, корпорат. Вместе сейчас в Тимошевске. Они бомбят по станице. Арсен, мы с удовольствием наблюдаем за твоими победами. А на самом деле это победы почти каждый день. Не знаю, как я натыкаюсь на... А ты один и тот же выпуск просто. Ты другие посмотри, там есть, где мы плохо выступаем. Последняя победа, на которую я смотрел так с удовольствием, была 9 мая. После этого вот ваша победа мне очень нравится. Ничего себе, какой пробел у тебя с телевизором. У него просто триколоры отключили на 35 лет. Он все это время за ЕГЭ думал просто. Не мог, не ел, не спал, не смотрел телевизор. Хорошо, хоть 9 мая, ладно, посмотрим. О, Арсен Дудов. Спасибо Арсену за победу. Спасибо Арсену за победу. Это на его Ладе Гранте, кстати, написано сзади. Кстати, на Ладе Гранте и хороший автомат. Не знаю, ты не переживай. Я ничего не боюсь на этой жизни, реально. Я на Ладе Гранте езжу. Ты в рай попадешь, знаешь? Кто ездит на Ладе Гранте, в той рубашке, которую ты захочешь, попадешь. То есть, как бы, можешь выбрать полная комплектация, еще пиджак одеть, как бы, по твоему желанию. Лада Грант — это единственная, да, русская машина, российская, которая с автоматом, да? Нет, все с автоматом. Ты что, просто на Кавказе стоящий, да? На Кавказе. Только в багажник. Так вот, я вообще хотел у тебя поспрашивать, поинтересоваться. Мы же все же хотим на ТНТ. Ты как бы тоже понимаешь, да? А что, не у кого спросить у вас? Парень, между прочим, очень хорошо. Я, например, могу пообъяснить, как на Архиз 24 попасть.
Мы все хотим на ТНТ. На самом деле, нам очень интересно, чем вот вы будете заниматься дальше. Ну, как бы, вот какие у тебя планы? Расскажи нам вот поподробнее. Ну, что, все так же. Сейчас пока надо не спать. Пока не спим. Пока не спите. Пока не спим, да. Как бы, будем продолжать там участвовать в любом случае. Тяжело вот там. Планируете ли вы дальше пойти в проект «Не есть» на ТНТ? Кстати, ты знаешь, мне бы вот прям он поправил сейчас. Я чувствую, что у меня уже отдышка на лестнице появляется. Благодаря вашим цитатам я обустроил свою личную жизнь. А что это за цитата? Это каким? 200 и договоримся? Или Миша, выходи. Я не буду уточнять, какими, но я думаю, ты уже можешь этим гордиться. Спасибо, мне приятно, на самом деле. На самом деле, личная жизнь Артура – это очень сложная штука, и то, что ваши цитаты это помогли, тут кроется какая-то даже так что мистика. Я с интересом жду ваших новых выступлений, чтобы уже обустроить свою… Ты прям стимул дал, мы прям, я при этом и писать начнем. Я даже просто в сердце храни меня, вот когда будешь выступать, просто думаю. Просто после каждой шутки я сам представляю, как обустроится твоя личная жизнь. Так, если мы скажем это, что… Это же не так пойдет. Что случится с Артуром? Как ты там, нормально у тебя все? А то мы тут просто лишканули в этот день. Ты лучше этот эфир не смотри. Нет, на самом деле мы гордимся, реально гордимся вами и с интересом наблюдаем, не спим вместе с вами, если так можно выразиться. Ну что, по планам сейчас мы также будем готовиться к проекту «Не спать», будем работать, писать, это входит в наши планы сейчас. Сейчас будет новый сезон сниматься, отснят первый сезон, то есть год, новогодние эфиры даже, уже все снято. Сейчас будет новый сезон этого проекта. Вот, то есть в следующем году этот проект продолжит свое существование. Возможно, он перейдет в прайм-тайм, то есть уже его будут показывать не в час ночи, а уже часов в 9, в 10, может быть, в пятницу. Вот. И также что сейчас у нас? У нас в Краснодаре Камеди официально стал, и мы работаем там сейчас. Камеди Кубань стайл? Да, Камеди Кубань стайл – это официальный стайл, то есть есть… Региональное представительство Comedy Club Production по франшизе отдает в разные города, регионы. Где есть, да, регионы. Вот, у нас сейчас в Краснодаре есть свой Comedy Club Кубань Style, он тоже официальный, просто это представительство в Краснодарском крае. Я знаю, что к вам туда приезжают гости из московского. Да, конечно, у нас каждую вечеринку либо ребята со стендапа, либо из Comedy Club московского. То есть... И каково на одной сцене? Вот. Хочется сделать... Ну, у них спроси, мне это что, я знаешь? Нет, да нормально, на самом деле там в камеди, знаешь, там нету такого, что кто-то зазнался, или там все как бы обычные ребята, и все хорошо общаются, и мы как бы дружим. Хотя что я тебе-то, что я рассказываю? А давай теперь камеру выключу, а теперь правду скажу. Короче, вот этот Харламов. Не, на самом деле мы все там очень хорошо общаемся и дружим, поэтому они с удовольствием приезжают к нам в гости, не только работать, мы там и общаемся, там, видимся, не знаю, также в Москву мы приезжаем, там, в том же «Не спать» ребята из камеди, как бы сидят в жюри, один ведет, то есть, поэтому, ну, нету такого, что вот на одной сцене, все, мы все на равных, кто смешной, тот смешной, зритель решает, правильно? Вот так. Ну, я сейчас делаю удивленное лицо, хотя на самом деле был у тебя в гостях на Кубань стайл, в отличие от вот этих вот двух молодых людей, но я думаю, это тоже исправится. И вообще, я думаю, что все, кто смотрит наш эфир, обязательно им станет интересно, они обязательно съедут в Краснодар на Comedy Кубань стайл. На самом деле, очень весело. Спасибо. Свои деньги я отработал опять. Друзья, тоже начните как-то зарабатывать. Money. Вот, а я предлагаю нам зачитать следующую новость, сделать это мне, потому что у меня есть одна очень интересная новость из моей любимой страны. Угадайте, какая, друзья? Гондурас. Нет. Абхазия. Ну, это моя любимая страна, а новости из вот этой страны мне особенно нравятся. Эта страна называется США.
США. Что переводится «я продал» с черкесского языка? США. Ну, это успешная сделка, так заканчивается. Да, что случилось? США. То есть, прям черкесский язык в корень зрит, я так понимаю. Да, я тебе расскажу потом, когда камеры выключат, как ДПС переводится. Ух, вы как ходите-то по острию, ребята. Итак, новость. Американец решил помыть голову в фонтане майонезом. Сейчас просто с утра проснулся, я думаю, а не помыть ли мне голову майонезом? Арсен, ты не пробовал никогда мне... мыть голову майонезом? Я, кстати, я пробовал, думаю, что... собственно говоря, ребят, поверьте мне. Ничего хорошего. Ничего хорошего из этого не вышло. Так может наоборот? Может быть, ничего хорошего, потому что ты еще не пробовал. Потому что в 8 часов утра полиции поступил звонок от свидетелей с жалобами на странного мужчину, который мыл в городском фонтане голову всех на виду. Просто человек в KFC живет. Просыпается. Это новая акция KFC просто. Где вы эти новости берете? Спид-инфо выписывается. Откуда такие? Человек помыл голову майонезом. Это день ВДВ в Америке так проходит. Просто чтобы не так. Обмой голову майонеза. У нас бутылками из-под пива пьют. У них баночки. Баночками от майонеза. Хотя только в черкесский майонез в стеклянных баночках. Кстати, очень крутой майонез у нас всегда грузится. Вообще, в баночках всегда содержится очень важное для людей. Ну, поверим тебе на слово. Не будем уточняться. На самом деле, у человека проблема, а мы над ним стебемся. У человека реальная проблема, у него нет проблем. У него не проблема, он шикует, он майонезом голову. Его майонезом много. Потом полежал в ванной с вином. Да. Обмазался молочком и лег спокойно. А может он в этом... На хлеб. Мягкий серый хлеб. А может он в воде фонтана потом борщ сварил? Там уже майонез был, может затем просто картошку закинул, начал варить борщ. Как бы мясо и майонез есть. Мясо и майонез есть, да. Осталось нашинковать картошку. Я серьезно, я удивляюсь, как человек майонезом голову? Зачем? Не, помогай. Я бы тебе показал. Я сейчас всему верю, поэтому... Вы можете меня обманывать на эту тему. Помогает от чего? Так, следующая новость. В США арестована женщина, решившая побыть зомби. В американском городе Лейксайд, штат Орегон, была арестована женщина, которая пробралась в чужой дом, опять же. Столкнула его жительницу с лестницы и начала тянуть ее за волосы и кусать за лицо. Она сказала ей, что играла в игру зомби. Я понял, он новость из Одноклассников. Вот это источник. Он анкеты читает. Анкеты людей, да. Статус. И пишет потом нашими фразами из «Не спать». У него там складывается. Там что угодно сложится. Сама не своя, куда там зомби. Вообще, кстати, вот раз мы уже затронули тему такого популярного весьма сайта «Одноклассники», я предлагаю повспоминать некие такие вот прикольные клички, да, или как название? Никнейм. Никнейм, как правильно сказал. Мне понравился никнейм, вот у меня друг есть как раз. Мне кажется, они когда вот пишут, они просто не перечитывают, что написали, знаешь? Когда километровый просто статус, когда-нибудь я буду идти, и ты будешь проходить мимо, и увидишь, и подумаешь, что я когда-то была твоей, но мою руку будет держать Игоря, а Игорь — это сосед Ленки, вот которую ты тоже... И тогда я не оглянусь. Да, вот так, потому что километровый, зачем это? Мне кажется, знаешь, когда... Лучше голову майонезом. И в конце троеточие обязательно. В конце троеточие это еще не конец. Додумай. Мне кажется, знаешь, как получается? Девушка просто может ночью где-то встать, а косяк ударить и случайно клавиатуру тронуть, и вот статус получается. Да, да. Или лбом ударить. Я не знаю, у меня так получилось. У тебя очень на редкость мудрый лоб. Датчик мебели сработал. Сломанный палец. Мне кажется, людям с такими статусами надо пенсию платить. Папина гадость, мамина сладость, там, вот такие вот. Папина гадость, мамина сладость, с кем ты общаешься? Я это вслух сказал. Мы знаем много, они. Тебе надо очень сильно переосмыслить круг своего знакомства. Вообще-то это твой статус был.
Я не хотел говорить это вслух, дорогие телезрители, но мне пришлось. Сейчас тебе добавляться в друзья начнут. Таких же остроумных. Не, на самом деле, какие еще вы знаете? Меня еще больше поражают фотографии профиля. Так. Я имею в виду профиль Сталина, фотографию знаменитую. Именно вот фотографии профиля, где девушки смотрятся в зеркало, ну, вот эта знаменитая поза с... надутыми губами. С надутыми носами, губами, да, со всем, что можно. И, не знаю, меня смущают такие фотографии на самом деле. А ты не делай их. Причем МВД тебе уже официально это запретило. Женщину-зомби, кстати, мы вообще про нее забыли. Ну, ах, да. Да потом, обычное событие, просто покусала человека, сказала, что она хотела быть зомби. Ну, покусала лицо, она тянула ее за волосы и кусала за лицо. Представь, такой момент, ты сидишь одного дома, тебя скидывают с лестницы, начинают тянуть тебя за волосы и кусать за лицо. В принципе, это обыденная ситуация. Это очень сильная женщина. Это не сколько обыденная, это обычай даже. Это обычай такой, да. Мне нужен был майонез, верни, да? А, так и та же новость тоже была из США. Да. Вот она в чем собака зарыта. То есть, видимо, один. Цепочка соединяется. То есть человек намазал волосы майонезом, искупался в фонтане, пошел к той женщине в фиолетовом халате, потом пошел к другой, стащил ее с лестницы. На это наша передача подошла. Мисс Марпл сегодня. Вы знаете, мне всегда было очень... Я всегда вот на самом деле так и думал, что в «Не спать» обычно самые несмешных игр. Да. Потому что Арсен за все это время не сказал ни слова. Да с вами скажешь что-то, рот открываешь, прилетает там, оттуда. Мне кажется, у него сейчас такая же ситуация, как Сергей Зверев в Дагестане. То есть он не знает, что, как себя вести. Сергей Зверев в Дагестане запел «Да-да-да-да-да, это Кавказ». И мы надеемся, что Арсен хоть что-нибудь да запоет. Прямо перед передачей, я не знаю, что со мной случилось, я решил зайти в интернет, это очень редко бывает, и нашел несколько картинок. Я напомню, что это наш информационный директор IT-технологий. Он не за зарплату, а за название работает. Да. И вот, я промониторил интернет и нашел очень интересные картинки, которые можно смело добавлять на свои профили. Давайте их обсудим, я предлагаю вместе обсудить. Угу. Очень первое. Интересно, надо поудобнее сесть. Знаете, очень смешно, что посмотрите на отражение водителя. Он ржет, по-моему. Он ржет. Или он ржет, или он зовет все-таки кого-то побольше. Снежный человек существует, такое лицо. Нет, это у МТС вообще все плохо. Он теперь лично ходит, продает эти сим-карты. Причем его подбородок, напоминает мне подбородок Кличко. Мне кажется, он дождался наконец этого битвы. А мне кажется, знаете... лицо Валуева мне интеллект Кличко напоминает. А знаете что, мне кажется, машина не остановилась, она едет. Просто человек. Не, Николай Валуев, мне кажется, просто насмотрелся Титаника и решил повторить трюк Кейт Уинслет. Ты знаешь, что это лежачий полицейский уже не действует, сейчас вот стоячий Валуев. Мне кажется, это очень хорошо будет действовать, кстати. Особенно мне понравился брелок перевернутой балерины. Не, он знаешь, что как-то... Он говорит, дай кофе по-братски. Причем именно по-братски он говорит девочке. В следующий момент он разобьет лобовое стекло и возьмет это кофе. Независимо от того, согласна эта девочка. Причем он сделает это не руками. А навигатор говорит, на Валуеве поверните налево. Уезжайте на Валуево. Уезжайте на Валуево, не останавливайтесь, пожалуйста. Самое интересное, что это КамАЗ. Так. Я его только заметил, посмотри. Чувак, это ценитель культуры, высокий, да, ценитель. Причем единственный. Элтон Джон и его семья. Элтон Джон и его друг. Причем Элтон Джон сзади сидит. Как называется? Братан, зеленоглазая таксимация. Мне кажется, он так сидит с бутылочкой, знаешь, так... Что-то ты фальшивишь, блядь. А чё, кайфуем тоже не можешь? Не, он сидит, да, я Влад Сташевский, а раньше я тоже был занят. А чувак, знаешь, что делает? Он пытается уехать от него на педаль газа. Причём меня пугает провод, который идет от музыканта, от стран... Я сомневаюсь, зачем? Мне кажется, это автоматически. Мне кажется, он привязан к ноге того человека. Он говорит просто, чтобы он на газ не нажимал. Да, причем он когда далеко уходит, он так, к ноге.
Они, знаете, они вот такие люди, они же очень культурные, замечаете? Очень интеллигентные. Интеллигентные. Они когда подходят, я очень извиняюсь, не буду 10 рублей у вас на поддержание там. Ну, моего жилища коммунального. Как бы съесть финансовые предложения вот в этот стаканчик. Не, я как бы не бедный, но сердечно извиняюсь. Я раньше директором цехзавода был. Они же все, да, у них богатая история, просто им это надоело, захотелось чего-то нового, они стали вот. Пока вы окончательно не вошли в роль, давайте пойдем дальше. В роль. Еее. Так. Не, ты знаешь, это клип Баскова. Я буду руки твои целовать. Ты станешь. Или это, знаешь, скрытая реклама тура Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Нет, это... Мне кажется, они случайно зашли в раздевалку, увидели Киржакова. А вполне возможно, что это ремикс на песню Аллегровой «Я губы разведу руками». Идем дальше. О, это бывший президент Украины. Серьезно, посмотри на них. А мне кажется, это нынешний вслед. Это Бендер из Футурамы. Такой, знаешь? Арсен, на самом деле, спасибо, что ты к нам пришел. Да вам спасибо, я всегда рад. Мы всегда рады тебя видеть. Да не надо, спасибо. Ну, я на камеру говорю, понятно? Ясно, что тебе никакого спасибо я не имел. Потом расплатишься. Спасибо тебе, что ты к нам пришел, вырвался из своего плотного графика. На самом деле мы понимаем, что времени... отражаешь свет. Вырвался из своей светлой головы. Вырвался из крепких оков Гагулия. Да. Гагулии. Кстати, о Гагулии, о Мише, хочется, учитывая, что его... сейчас нет здесь с нами. Ну да, он уехал, просто он должен был прийти. Так получилось, что он сегодня уехал, да, домой. А мы не смогли его проводить. Я очень долго бежал за его автобусом. Со слезами на глазах. Хотя он ехал на поезде. Ты бежал за автобусом, потому что у тебя галстук зацепился за него сейчас. Нет, потому что я его ангелом-хранителем хотел стать. И так вот, учитывая, что мы не успели его проводить, так я предлагаю его проводить песней. Давайте. Надо спеть любую песню. Это твоя прерогатива. Нет, давай сначала на счет один появится гитара. На счет один. На счет два у Тимура появится скрипка. И у нас чувство ритма. Чувство ритма, да. Что так, вряд ли когда-либо. Сейчас у тебя появится талант, у тебя тоже. У тебя появишься ты. У тебя появится новый вот, хороший грамотный галстук, но это все. У тебя появится семья сейчас. Спасибо. Что ж, слова спасибо, Артура Кинчишева. Музыка. Обращайтесь. Артура Хасанова поет Ахнут. Арсен Кушхов. Ничего Нико. Не делает и сидит Тимур Джанкёзов. Итак, начинаем. Это я за тебя сделал, начинай. Вне Британии стало вдруг тихо, и пропало сияние глаз. Где же ты, наш Гагулия Миха? Возвращайся, наш добрый Абхаз. В ТНТ разлетается эхо, горь слезам твоим шуткам взамен. Кечер, твой коллега уехал, усмехается тихо Арсен. Расстаются друзья, остается только кушка. Будем песню беречь. Да, я один пою, давайте. До свидания, до новых встреч. Остановка «Не Британия» в гостях у нас был Арсен Кушха! А ничего, что я шарики в магазине украл? Любите Кушхова, друзья!